Вот мы и на Красном море, идем по понтону. Ветер вроде стих. Так, и где морские ежи? Чувствую, что прям солонее, чем наша. А ну-ка, давай подъёбную сломку сделай. Короче, прыгать нельзя, можно башку разбить. Идем заныривать в Красное море. Сейчас найдем этот понтон, где нету красного флага. Да-да-да, сейчас мы это сделаем. А вот это остров Тиран, чтобы вы знали. Мы находимся рядом с островом Тиран. Сегодня ветреная погода, 25 метров в секунду.
Ну, хочется поделиться впечатлением от этой неописуемой красоты. Просто очень богатая фауна. И флора, и фауна. Флора, фауна очень богатая. Красивые рыбки, красивые коральчики. Причем и на поверхности, и на глубине одинаково красиво. Не обязательно нырять глубоко, можно поверху лазить, как черепаха, и получать удовольствие. Класс просто. Всем рекомендую, если хотите красивое море, то это Египет. Скотина. Че, не хочется летать, да, под таком ветром? Ворона. Карр, карр. We'll be right back.
Наконец-таки желтых генов можно поймать. Очень красиво, очень разнообразное дно.
так-то, друзья. Нам сделали сердечко. Ну красиво. Кайф. Сейчас пойдем нырять в Красное море. Сегодня хорошая погода, хорошее солнце будет. Будут красивые видосики. А вон, смотри, красиво. Это что? Да, я. Что он попрошайничает поесть, а у нас ничего нету. И нельзя вас кормить. Да, вас кормить нельзя, друзья.
произошел отлив, и что-то здесь происходит. Люди ходят и что-то смотрят. Что они тут смотрят? Непонятно. Вот. Наверное, какие-то рачки или рыбки где-то прячутся. Морские ежи. Что тут прячется? Я не знаю, никого нет. Главное, на ежа не наступить. А так вроде грязь прячется.
на яхту. Вильнюс. Венус. Венус. Полет на Венус. У Бонни М есть песня такая. Очень страшно, мы собираемся нырять с аквалангами под воду в Красное море.
взятку за колбака. Да, мы находимся на яхте. Смотрите, мы одни на яхте. Ого, вся яхта в нашем распоряжении. Не знаю, чьи-то вещи, правда. Вот, мы позанимались дайвингом. У нас здесь офигенная яхта. Шикарное, красивое море. Ну, поплавать с аквалангом — это круто, друзья. Всем рекомендую попробовать обязательно. Вот эта штукенция, короче, предназначена для того, чтобы снимать и смотреть то, что под водой. Называется типа сухой дайвинг. Royal Sea Scope. Thank you.
Так, давай вот тут пройдем, иди сюда. Мы же худые, мы пройдем. Давай. Вот, это, короче, бассейн, понятно? Все, ныряем и поплыли. Спасибо. Мы на подводном кабаке. Это бассейн. We'll be right back.
друзья, я покажу вам, где находится Суэцкий канал. Вон, прямо там. Вот там Суэцкий канал. Там огромный большой торговый судоходный путь, друзья. Так что вот такие дела. Вот если надо вам затариться темками, это вот туда вам путь надо.